Тверская область готова к строительству западного моста в столице Верхневолжья. Об этом в ходе рабочей поездки в Вышний Волочек заявил губернатор Игорь Руденя. Напомним, на совещании с членами правительства президент Владимир Путин дал поручение рассмотреть обращение Игоря Руденя о строительстве западного моста в Твери. Верхневолжье со своей стороны завершило всю необходимую на сегодняшний день работу. Как рассказал глава региона, вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года. Это около 3 миллиардов рублей. Строительство должно начаться уже в этом году. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации, сказал Игорь Руденя. Отметим, проект под общим названием «Западный мост» включает в себя строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию Горбатого моста через железную Октябрьскую дорогу в Заволжском районе города, реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Предполагаемое время строительства – 36 месяцев. Задача только по плечу крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства, поэтому сейчас проходят очень активные консультации и, надеюсь, уже в течение января месяца у нас уже будет понимание, кто придет на строительство данного моста, кто будет претендовать на участие в этом проекте. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность президенту Российской Федерации, что он не забывает просьбы жителей Тверской области, которые ему были озвучены при посещении вагонзавода, и то, что правительство нам оказывает большую поддержку. Благодарю премьера Михаила Владимировича Мишустина, зампредов, которые курируют это направление.